часам сутыкаюся з тым, што судовыя выканаўцы лічаць, што яны надзелены неабмежаванай уладай альбо неабмежаванымі паўнамоцтвамі і таксама раздаюць свае незаконныя загады супрацоўнікам міліцыі, якія часта прысутнічаюць, альбо іншым асобам, якія знаходзяцца на месцы, дзе яны выконваюць сваю дзейнасць. Ідзём на мамку. А, заходзіць тут. Так, дзе нас міліцыя? Здравствуйте. У нас разрешение на съемку никто не запрашивал в органы принудительного исполнения. У нас разрешение никто не запрашивал на съемку, поэтому, пожалуйста, съемку при проведении исполнительных действий может проводить только судебный исполнитель. У нас предусмотрено, все есть. Пожалуйста, попросите освободить помещение. Но в моей квартире я разрешаю. В квартире здесь не министерство. Это частная собственность. Вы можете свою квартиру снимать в любое время, как вам удобно. Когда мы будем проводить исполнительное действие, пожалуйста, с разрешения, если все было цивилизовано правильно, может быть, вы получили бы это разрешение. У нас есть разрешение. Съемочку наших действий проводит судебный исполнитель. Если вы хотите, мы вам предоставим. Хотим предоставить. Все то, что будет происходить. Мы все запишем, все, что будет происходить, все запишем. Все в свободном доступе, вы все увидите. Скажите, пожалуйста, есть разрешение собственника на съемку в его квартире, своего ребенка? Я уже ребенка, все пояснила. Своего ребенка? Я уже право все пояснила. Вы имеете право находиться, но вы имеете право снимать действия. Маю право. Яны зараз выконваюць свои профессиональные обовязки. Это значит, что я маю право гэта снимать. Это собственность. Калі б был судовый процесс человека. И судья забаранил, я как, не маю как права. Как можно запретить в своей квартире? А так как это судовое деяние, яны зараз выконваюць свои профессиональные обовязки, мы маем право гэта снимать. Вообще, это неправильно. Это неправильно. В своей квартире дают согласие своего ребенка снимать. Просто профессиональные обовязки, и мы маем право тут присутствовать. То, что ты кажешь, что мы не маем права, это неправда. Это порушение законодательства. Просто было уже ранее, когда-то, когда не снимали, тогда происходили противоправные действия. Сейчас... Я взял для того, чтобы это действие... Да. Хорошо. Нигде не можем. Так, мы не собираемся. Там... Судовые выконавцы потребуют у супрацовников милиции, каб тыя примусили нас выключить камеры. Хотя разрешение на съемку собственник квартиры всех действий в этой квартире при проведении судебных исполнительных действий вот этих он дал. Снимать своего ребенка отец имеет право разрешить и себя тоже. Как это можно запретить, например, в своей квартире, чтобы снимать своего ребенка? Ну как это вообще? Судебные исполнители запрещают. Это неправильно. Притом, вот эти деяния судовые, они выконывают сейчас, они выконывают свои профессиональные обовязки, и тому каждый мае право это сдымать. Яны, как службовые особы, повинны это ведать. Зараз же они просто кажут, что мы не маем права поводле законодавства, хотя вы можете назвать артикул, поводле якого мы не маем права тут сдымать? Юридическая консультация не обязана вам сейчас трактовать законодательство. Вот на данный момент, пожалуйста, будьте любезны, покиньте помещение. А можете обосновать, на каком основании мы должны покинуть помещение? Пожалуйста, комментарии, если это не ваше желание, руководство. А конкретно... У нас есть руководство, все комментарии нет, вы получите. Должны сослаться на конкретный вы законодательный ведаете, акт. Что есть Конституция Республики Беларусь, законы Республики Понятых все абсолютно знаю, так же, как и вы. Он имеет право. Ну, напомню, вы ведаете, что мы имеем право тут находиться. Сейчас я вас прошу покинуть помещение. Съемка будет производиться. Так это помещение, собственника. Все это не ваше помещение. Секундочку, подождите, я вот возражаю. Мы это помещение не принадлежит отделу принудительного исполнения, ни Министерству юстиции, ни Управлению юстиции. Это квартира частная. В ней проживает Шиманович со своими детьми и с бабушкой. Он дал согласие, письменное согласие на проведение съемки. По закону об исполнительном производстве он тоже имеет право пригласить понятых, вести съемку, диктофоны и так далее, и так далее. Для чего тогда требования Управления юстиции, судебных исполнителей, о том, чтобы прекратить съемку и покинуть помещение. Дмитрий Шиманович уже предупредил, что махчима судовые выконавцы будут супрать сдымок, тому одразу дал письмовую сгоду на то, что сдымки тут будут проводиться. Судя исполнения решения суда за воскорбление города Минска, исполнительные действия не производились ввиду нарушения правопорядка со стороны Шимановича ДВМ. Не согласен, напиши. Все. Где здесь? Вот здесь вот подпись. Угу. Как мне написать? Не согласен.
Попов дальше может написать не согласен. Скажите, а какие ён дзеянні? Коментарии. Ну я же ничего не порушил зараз. Но он имеет право на свое пояснить, чтобы ему комментарий подали. Можете потлумачить, что мы написали такой протокол? Не можем. Не согласен. Да. Ну оно же зафиксировано все. Почему не согласен? Почему я не согласен? Потому что я полное право имею производить видео, аудиозапись в своей квартире. И на самом деле государство, люди, которым живут в нашем государстве, и чиновники должны видеть, как действительно все это происходит, как страдают на самом деле дети. Судебными исполнителями составлен акт о том, что якобы Шиманович препятствует исполнительным действиям. На самом деле он наоборот пригласил, он ждал всех. А то, что запрет на проведение видеосъемки судебного исполнителя в квартире, в которой собственником является сам Шиманович, и дал письменное разрешение присутствия и видеосъемки всем остальным, все, кто присутствует, он имеет на это право. Поэтому запрет со стороны судебных исполнителей фиксированию вот этих исполнительных действий — это нарушение уже со стороны самих судебных исполнителей. Прав хозяин квартиры, то есть это его жилое помещение и это его право на приватность. Если он, да, его есть согласие на съемку в квартире, то запрет на съемку таким судебным исполнителем, он, я считаю, не обоснован. Напрямую это тоже нигде, к сожалению, не урегулировано. Но я думаю, если такие кейсы были, надо пойти по пути обжалования действий судебного исполнителя. И, наверное, лучше даже писать здесь две жалобы. Одна от хозяина квартиры, которому судебный исполнитель устанавливает какой-то отдельный порядок на территории его, где он является собственником и хозяином. И это недопустимо. И другая от журналистов, что ограничено их право на сбор информации, или если журналист состоит в трудовых отношениях с белорусским СМИ, ставить вопрос даже о возбуждении уголовного дела в отношении такого сотрудника исполнительной, судебного исполнителя за воспрепятствование законной деятельности журналиста. Опять-таки подчеркну, если у человека есть подтвержденный статус журналиста СМИ в Беларуси.